الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. دراجي مسلماني، الله سبحانه وتعالى وزيس نكتري مستاه كاك مستاء مدينة مكة بيت المقدس الشام، и также Аллах Субханаху ва Тааля сделал некоторые сезоны возвышеннее, чем другие. И некоторые дни Аллах Субханаху ва Тааля возвысил, чем другие дни. Из этого необходимо каждому мусульманину узнать эти сезоны, эти дни, которые Аллах Субханаху ва Тааля возвысил, и возвысил там деяния. Мы все знаем, тот человек, кто занимается бизнесом, он месяцами готовится на тот сезон, когда его товар будет покупать дорого и лучше, чем другие дни. И Аллах Субханаху ва Тааля сделал из годов некоторые дни, которые возвещают там деяние. Одно и то же деяние делаешь, но в некоторых местах и некоторое время Аллах Субханаху ва Тааля это возвещает. Из этих дней, которые Аллах Субханаху ва Тааля возвысил, это те дни, в которых мы сейчас находимся. Те 10 дней, в которых мы сейчас находимся, 10 дней Зиль-Хиджа. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аъзаму айями дунья» – самые возвышенные мировые дни – это дни, 10 дней Зиль-Хиджа, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. От Ибн Умар, радиаллаху анх, передается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нет дней, которые возвышены пред Аллахом, субханаху ва тааля, больше, чем эти дни. И нет деяния, которые Аллах, субханаху ва тааля, любит, чем деяния этих днях. Эти 10 дней. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, с нас требует, говорит, «Фаактиру фихинна минат тахлили, ват такбири, ват тахмин». Увеличивайте этих днях тахлил, «Ла илляха илляллах». Много раз говорите, поминайте Аллах, «Ла илляха илляллах», «Ват такбир», «Аллаху акбар», «Ват тахмин», «Альхамду лиллах». В другом хадисе пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, от Джабира передается, «Афдалу айями дунья». Айяму л-Ашр. Самые лучшие дни это 10 дней, говорит пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. И пророк спрашивает, «Валя митляхунна фи сабилиллах?» Даже на эти дни не сравнивается, которые те дни, которые мы проводим на пути Аллаха в джихаде. «Валя митляхунна фи сабилиллах?» говорит пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Даже, говорит, те дни, которые мы в джихаде проводим, даже не сравнится с этих 10 дней. Кроме тот человек, который вышел на пути Аллаха и обмазал свое лицо землей. Имеется в виду, пал шахидом. Да, это выше. Но другие дни, которые на пути Аллаха даже ты тратишь, чем эти дни, вот эти 10 дней, вознаграждение больше, говорит пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. И указывает, что эти дни возвышены пред Аллахом, субханаху ва тааля, те хадисы, которые говорится, самые лучшие дни, говорит пророк саллиллаху алейхи ва саллям, самые возвышенные, самые чистые. Вот эти разные словами пророк саллиллаху алейхи ва саллям передает и нам говорит, что мы знали достоинство этих дней. В одном хадисе говорит пророк саллиллаху алейхи ва саллям, нет деяния лучше, чем эти дни. Когда сказали, валяль джихад, ему сказали, даже джихад это не возвышает, не сравняется с этим. Даже джихад не сравняется с этих днях, как эти дни. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, даже джихад не сравняется, кроме тот человек, который вышел на пути Аллаха своим душам и своим имуществом и не вернулся ничем. Имеется в виду, шахидом стал. Убили его лошадь и сам тоже шахидом стал. И этих дней, которые делаются деяния, самые любимые деяния, говорит пророк, саллиллаху алейхи ва саллям.
Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: нет деяния более любимые к Аллаху субхана ва тааля, чем деяния эти 10 дней. Вот который мы сам находимся. Уже 5 дней у нас пролетели. Осталось 5 дней еще. В другом хадисе говорит, это самые чистые деяния. Самые чистые деяния перед Аллахом субханаху ва тааля, то деяние, которое мы делаем эти 10 дней. И Аллах субханаху ва тааля в Коране поклялся этими 10 днями. Валь-фаджр валаялин ашр. Клянусь утренним временем, говорит, и клянусь 10 днями. И ученые делают тафсир, толкуют, это 10 дней означает, это 10 ночей означает, это дни, в которых мы сейчас находимся. И указывает, что это возвышенные дни, потому что этих 10 дней мы можем все поклонения, которые обязал нам Аллах субханаху ва тааля, собрать. Как сказал Ибн Хаджар, рахимахуллах, причина говорит, что эти 10 дней отличаются от других дней. Основы всех поклонений можно собрать эти дни. Намаз, ураза, садака, хадж. Мы можем намаз, ураза, садака, другие дни делать, но хадж не можем. Эти 10 дней, все эти основы наших поклонений можем мы делать. Из этого говорит Ибн Хаджар, рахимахуллах, эти дни возвышеннее, чем другие дни. Из особенностей этих дней, это 10 дней, дни, они лучше, чем все остальные дни года. Нет день лучше, чем эти 10 дней. А разногласие ученых в чем? Ночи этих 10 дней лучше или же ночи, последние ночи Рамадан месяца. Мы с вами видим, как мы стараемся, когда последние 10 ночей остается, мы итикаф делаем, поклоняемся, дуа делаем, садака делаем, просим Аллаха субхана ва тааля. А эти 10 дней, в которых мы сейчас находимся, большинство незаметно проходит у людей. Не изменяется его жизнь, не увеличивается его поклонение, не увеличивается его чтение Корана, садака, другие деяния. Хотя эти 10 дней выше, чем у Аллаха, выше у Аллаха субхана ва тааля, чем 10 дней Рамадан месяца. Разногласие, ночи какие выше? Эти ночи выше или Рамадан месяц, ночи выше, Аллаху алям. В этих 10 дней есть тот день, который Аллах субханаху ва тааля гордится перед своим ангелом и говорит: смотрите на моих рабов, они пришли ко мне не расчесанными, опилились, пришли ко мне и гордится перед ангелом. День Арафа. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: нет день, который Аллах субхана ва тааля, который освобождает своих рабов больше, чем день Арафа. День Арафа, один из этих 10 дней, это день Аллах субхана ва тааля освобождает своих рабов больше, чем остальные дни года. Мы знаем, каждый день Рамадан, каждую ночь Рамазан месяца Аллах субхана ва тааля освобождает рабов из огня ада. Но день Арафа больше освобождает, чем эти ночи даже Рамадан месяца. В другом хадисе говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям: самый возвышенный день у Аллаха субханаху ва тааля яумал нахр, сумма яумал кар. Этих 10 дней находится яумал нахр, день Курбан. Тот день, который мы режем, пожертвуем, приносим, это день, самый возвышенный день перед Аллахом субханаху ва тааля. Потом, после него идет Яум аль-Кар, это 11-й день, второй день праздника. Из-за этого мы просим Аллаха субханаху ва тааля, чтобы мы могли привести это оставший ход из этих 10 дней должным образом. Что можем мы эти 10 дней делать? Один из самых лучших дней, который мы можем поклонение делать этих дней, это поститься. Если даже не каждый день, именно день Арафа, понедельник, четверг. Конечно, если все постится, это тоже деяние, то лучше. Имам ан-Науи говорит, рахимахуллах, что является желательным поститься эти дни. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, деяние этих дней увеличивается, а поклонение, один из лучших поклонений является пост. Из тех деяний, которые мы можем
И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с нас требовал, чтобы мы это дни делали, это такбир, вот тахлил, вот тахмид. Аллаху акбар, ла иляха илляллах, альхамдулиллях. Это поминание Аллаха делает. Ибн Умар, ради Аллаху анх, говорит, рахимахуллах, ради Аллаху анх, говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нет день перед Аллахом, субханаху ва та'ала, лучше, чем эти 10 дней. И пророк говорит, увеличьте эти дни, ла иляха илляллах, Аллаху акбар, альхамдулиллях. Это хадис передал имам Ахмад. Имам Аль-Бухари говорит, рахимахуллах, Умар ибн Хаттаб, когда он был в Мина, громко говорил такбир, и вместе потом, все вместе, кто его услышал, начинали такбир делать эти дни, когда они бывали в Мина. Ибн Умар и Абу Хурайра, когда были в Медине, они выходили в рынок, и там начинали такбир делать, и вместе с ним потом все, кто на рынке находится, начинают такбир делать. Эти 10 дней являются сунной, которую мы позабыли и не используем. Сунна, когда встречается делать такбир, ла иляха Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха илляллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валлях ильхам. Это шиар, это девиз этих дней, которые мы должны произносить часто, когда будучи одним, когда домой заходим, когда с друзьями встречаемся, в каком-то обществе бывает, это такбир делать постоянно эти 10 дней является желательным, Аллаху а'лам. Из этих хороших дней, которые мы можем, хорошие деяния, которые мы можем использовать эти 10 дней, делать фард намаз джамаатам, и также не пропускать сунна намазы, раватиб, который сунна намаз делается до намаза и после намаза, и те деяния, которые постоянствуют наши предки, это тахаджуд, витр, намаз, усердствовать на этом. Из тех деяний, которые мы можем эти дни делать, это чтение Корана. Мы Рамазан вместе все видим, в руках Коран держим, телефоны читаем. Эти 10 дней не отличаются от других дней. Хотя эти 10 дней лучше, чем последние 10 дней Рамазан месяца. Из этого мы можем за эти 10 дней спокойно Коран прочитать. Даже эти 5 дней можем, если мы будем стараться, как старались наши предки. А тот человек, кто хочет курбан резать, он должен, как эти 10 дней начнется, чтобы от себя не побрил ни волосы и не резал свои ногти. Это является запретом пророка, саллаллаху алейхи вассалям. За это, братья мусульмане, это 10 дней, осталось 5 дней. Кто пропустил прошлые 5 дней, не усилил свое поклонение, усилить эти дни поклонения. Если хадж не получили, если хадж не поехали, мы можем получить вознаграждение эти дни. Возвещается, как мы сказали, то, что мы делаем деяния многократно. Из этого мы с братьями диаспоры Дагестана здесь объявили уроки понедельник, за то, что и так является сунной поститься. Вчера были здесь, урок был и ифтар. Иншаллах, это понедельник тоже, иншаллах, будет здесь. Урок будет, два урока, с 6 часов начиная до Магриба. Уроки будут, и Магриб, ифтар будет. И вторник тоже будет такой же программа, потому что Яум аль-Арафа тоже является сунной поститься. Кто постится день Арафа, его прошлые и будущие грехи, на год прошлые и будущие грехи Аллах Субхану Тааля прощает. Из этого, из тех деяний, которые мы можем усилить, это дни. Приходите на урок, вместе с братьями ифтар сделайте, поминайте Аллаха Субханаху Тааля, этим же мечети, этом месте, иншаллах, 6 часов, понедельник и вторник тоже будут уроки и будет ифтар. Пусть Аллах Субхану Тааля поможет нам усилить наши деяния, это осталось еще 5 дней, чтобы Аллах Субхану Тааля простил нас и сделали с теми людьми, которые выходим из этих 10 дней, как мы, нас родила наша мать без грехов. Амин, амин, амин. Инна альхамда лилляхи нахмадуху, настаинуху, настагфируху. Ва наузу билляхи мин шурури анфусина ва сайиати а'малина. Ман яхдихи Аллаху фала мудилля лах, ва ман юдлил фала хадия лах. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие мусульмане, осталось 5 дней. Уличьте эти дни садака. У кого есть возможность, делайте пожертвования. Можете здесь делать, можете вакил делать в другом более нуждающем месте, делать свои пожертвования. Это является одним из лучших деяний за эти 10 дней. Некоторые салафи увеличивали эти 10 дней поклонения, что он больше не мог делать. То, что на высшем уровне поклонение увеличило эти 10 дней. Оставляли свои мирские дела, занимались чтением Корана, занимались поминанием Аллаха Субханаху ва Тааля и пожертвованием, и помоганием друг другу. Мы можем здесь много хороших деяний делать. Все хорошие деяния, то, что мы делаем. Если с кем-то поругались, сделали сулх, помирились, это хорошие деяния. Если увеличим уважение к родителям, если кому-то зулму сделал, пошел, попросил у него прощения. Все эти деяния, которые есть, которые приближают к Аллаху Субханаху ва Тааля, эти дни многократно увеличиваются, братья. Старайтесь не пропускать этот сезон. Остался 5 дней. Доживем ли до следующего сезона, мы не знаем. Сколько людей, которые с нами были в прошлом году здесь, которые нет в этом году. И также окажемся мы тоже. Чтобы такого не было, то, что есть сезон, мы не должны потерять. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам всем провести эти дни должным образом. Аминь. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصرنا وانصر المسلمين على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدينا واهدبنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اهدينا واهدبنا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا برؤية بيت المقدس على أيدي المسلمين اللهم حرر بيت المقدس من رجس اليهود يا رب العالمين اللهم طهر أرض الشام من رجس النصيرية يا رب العالمين اللهم حرر أراضينا من رجس الروس يا رب العالمين اللهم حرر أراضينا من رجس الروس يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد. أقيم السلام.